здание Звериноголовской школы. Лицевая часть мы видим. Вот все красиво сделано. Красота. Красота. Вот мы видим и столовый. Трубы вывели. Только слишком много. Здесь уже мы видим эту часть школы. Облицовкой покрыли, там утеплителем. Много вытяжек, целых 4 штуки. Кого? До свидания. Окна в кабинетах без фиксаторов, просто берешь, открываешь, ну и как бы это дети, если попытаются открыть, ну и могут туда-вниз упасть, то есть фиксаторы отсутствуют, и получается, что за детьми нужно будет постоянно следить, находиться в кабинете, чтобы, не дай бог, кто-то из них не нырнул с какого-нибудь этажа. Так, вот мы видим, здесь строительные леса. Утеплителем уже покрыли здание школы и будут покрывать плитами специальными. Маленько не помню. Спортзал Звериноголовской школы. На окна нету защитных сеток. Пол покрашен руками
учителя физкультуры. Это тренерская. Батареи не закрыты решетками, как это должно быть. Там он, видимо, леса стоят, утепляют фасад школы. Уроки физкультуры проходят в учебных кабинетах. Вот на столовой мы видим, здесь хранятся продукты прямо на полу, отсутствуют стеллажи для хранения продуктов. Раздевалка для работников столовой тоже не оборудована. Красиво. Все. Коридор. Пятый кабинет. Вот открываем шкафы. Здесь вот все протекало. Мы сейчас видим плесень. Вот. Здесь везде плесень. Вверх открываем. И здесь плесень. Это все, что протекло. И листы ДСП. Прогнулись. Здесь тоже это все валится. Мы видим, скоро, наверное, проломается. Так, вот же видим мультипроекторы висели, провода, оголенная проводка. Так, что были какие потеки, плесень, все забелили, не знаю, только раствором дезинфицировали, нет, специальным антигрибковым. Ну а так, конечно, вот здесь вот в шкафу это полный ужас. Триста шестой кабинет, межплиточные швы. Замазали вот такой грыжей толщиной
5-7 сантиметров. Что может впоследствии при выпадении нанести травму учащимся. Какие специалисты это делали? Так замазали, понятно. По всей небезопасно для учеников. Последний мультипроект, где был, отсоединены, провода отключат. Пожарная сигнализация в нерабочем состоянии. Как по всей школе. Ничего там не горит. Угу. Учительская Зеленоградской школы. Мои обои, здесь обоев уже нету, вешалки нету, одежду слаживают просто в кучу. Вот мы видим на подоконнике то есть как бы и учительская это не приспособлена, это забегаловка 2,5 на 5 метров называется учительская, где тут находится очень много учителей во время перемен.